на канале «Украина» состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Гром среди ясного неба», выход которой ожидается 8 ноября. Новый проект – это картина с многослойным и динамичным сюжетом, которая повествует о жизни молодой девушки Валентины. Однажды вечером ее пытаются изнасиловать. Однако по счастливой случайности неподалеку оказывается молодой человек Алексей, который спасает главную героиню от беды. Напуганная девушка убегает с места происшествия, не успев даже рассмотреть своего защитника. А он тем временем обнаруживает, что, не рассчитав сил, убил насильника, в результате чего оказывается на скамье подсудимых и вскоре попадает в тюрьму. Алексею, вернувшись на волю, предстоит узнать не только о предательстве любимой, но и о других шокирующих подробностях, касающихся его семьи, что в корне изменит его жизнь и вновь переплетут их с Валентиной судьбы. Главные роли в сериале исполнят Александр Константинов, Марина Митрофанова, Вахтанг Беридзе, Ксения Лукьянчикова и другие. Премьера 16-серийной мелодрамы «Гром» «Среди ясного неба» состоится 8 ноября на канале «Украина». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.